Так, 3,5 часа до Нового года. Мы пришли на елочку на нашу. Вот она. Наша елочка. Мама с Давидиком поехала, поехала. Ух ты! Сейчас я вас догоню. Елка 10 метров. Давид, привет! Давид, Давид, послушай меня, что ты передашь Дедушке Морозу? Нет, что ты ему передашь? Привет, может, какое-то поздравление. Привет. Привет, ну и пожелания можешь ему передать. Вернее, там, что ты желаешь, какой ты подарочек хочешь. Кран я хочу. Кран? Все, ну хорошо, посмотрим, Дедушка Мороз выполнит твое желание или нет. Да? Ты что, Каша, видел Дедушку Мороза и Снегурочку? Потискал его за бороду? Ага. Молодец, все.